Windows Media Player — это универсальный инструмент, который позволяет не только проигрывать аудио или видеофайлы, но также собирать свою медиаколлекцию или записывать компакт-диски. Давайте посмотрим, как им пользоваться. Одной из возможностей Windows Media Player является создание библиотеки музыки. При первом запуске проигрывателя он автоматически сканирует библиотеки с музыкой, видеозаписями и изображениями для того, чтобы добавить их в библиотеку. Если после этого вы удалили и добавили какие-то файлы в эти библиотеки, то данные Windows Media Player также будут обновлены. Точно так же добавляются в библиотеку и файлы со сменных носителей, так что вы можете обращаться к ним напрямую. Также проигрыватель Windows Media позволяет копировать музыку с компакт-дисков всего в несколько простых шагов и загружать композиции из встроенного интернет-магазина. Об этом мы подробно расскажем в следующем уроке.